В Сургуте на обновление газонов выделили дополнительные 9 миллионов рублей. Допфинансирование идет из бюджета города. На эти средства реконструируют больше 35 тысяч квадратных метров газонов. Отмечу, что такое вливание первое за последние 10 лет. Первую зеленую зону, расположенную на разделительной полосе по улице Крылова, уже привели в соответствие. А это почти 3,5 тысячи квадратных метров. Причиной ремонта стало несоответствие нормам. Газон был выше бордюрного камня, и при дожде его смывало на проезжую часть. Не везде росла трава, что портило эстетический вид улицы. Сейчас все исправлено. Подрядчик заменил часть грунта, выровнял его и засеял новую траву. Кроме этого участка, до 31 августа будет обновлено еще 4 локации на улицах Аэрофлотская, Югорский тракт, Показаньево и Грибоедовской развязки. После ремонта подрядчик еще 2 года будет следить за данными территориями в соответствии с гарантийными обязательствами. Вообще, по нормативам, срок эксплуатации газонов – это 7 лет. Но по практике это может быть значительно дольше и в зависимости от разных факторов. А в соответствии с муниципальным контрактом, у подрядной организации гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. То есть, если мы вдруг увидим, что резко трава вся высохла, не знаю, там, исчезла, то есть в рамках гарантийных обязательств такие моменты подрядчик будет устранять.